10 июля в дистанционном формате министр науки и высшего образования Валерий Фальков провел встречу с ректорами российских вузов. В совещании принял участие ректор Казанского федерального университета Ильшат Гафуров. Валерий Фальков рассказал о предложенных представителями высшего образования страны изменениях в программу стратегического академического лидерства и подчеркнул, что министерство продолжает работу над ее усовершенствованием. Напомним, в программу смогут войти от 100 до 150 российских вузов. Ее ключевые принципы – кооперация и интеграция. Будет приветствоваться объединение вузов в консорциумы с научными организациями и предприятиями. Предполагаются два возможных уровня участия – национальные исследовательские университеты и опорные вузы – территориальные и отраслевые. Бюджет программы в 2021-2024 годах составит 52 миллиарда рублей. Кроме того, предполагается софинансирование со стороны регионов и бизнеса. Камиль Гемоздинов, Виолетта Басова, Фарид Захитуглы, Универньюз.